Так, ну начинаем. Значит, сегодня у нас такая тема — прыжок в черную бездну. Так, куда мы будем прыгать? Так как я заметил, да не только поэтому, что у вас проблемы были с этим пеликаном, установкой, я решил, все-таки все равно вам придется когда-нибудь, но разворачивать все это дело на серверах, ваш сайт, не будете его уже постоянно локально смотреть. Вот, вы же захотите его людям показать. Вот, поэтому этот серверочек вам нужно как-то дать и показать, как с ним работать. Вот, я как-то купил своим малышам, короче, компьютеры пообновлял. И у меня осталось кое-кое железо. Я собрал из говна и палок какой-то системничек. Вот, и на третьем этаже вот там поставил. Вот, его подключили мне. Ну, порты проброс. То есть, мне пришлось попросить администратора, чтобы он перенаправил все, что заходит на публичный адрес Визома, статичный. То есть у Визома, когда он в провайдера договоры, он еще купил у них вот этот вот статический IP-адрес. Вот. Но мне повезло, его, в общем-то, Визом не использовал, я решил его как бы прибрать к рукам. Ну, так, не полностью, а только в час в плане 80-го порта, то есть на том порт, который браузер запрашивает. Так вот, сейчас получается все, что запрашивается по 80-му порту этого IP-адреса, оно перенаправляется на мой на этот компьютер. Вот. Ну, там не только 80-й порт мне понадобился, мне еще понадобился специальный портик для того, чтобы вы туда заходили, и я заходил по протоколу, так называемому SSH. Как это все выглядит? Значит, запускайте терминал. Вот, и набираем SSH, попробуем. Потом student, это имя пользователя. То есть, когда мы набираем SSH, этим самым мы говорим, залезь нам на какой-то компьютер. Вот, потом идет имя пользователя на этом компьютере, потом собачка. Вот, и здесь дальше идет адрес этого компьютера. Это может быть либо домен, либо IP-адрес. Ну, давайте попробуем по IP-адресу. Это будет надежнее. 192.168.240. Так, сейчас я побольше сделаю. Да, вот, это адрес внутри нашей подсети Визома. Вот. Потому что по домену там, может, не залезет у вас, там надо будет хосты прописывать. Ну, то ладно. Вот, и 3306 такой порт, на котором на этом сервере висит вот этот вот так называемый SSH клиент. То есть я сейчас как захожу на этот сервер, SSH сервер там на нем написано, я сейчас SSH клиентом захожу, да. Угу. Все, получилось. Теперь нажимаем Enter, и он вас должен спросить пароль. Не хотите продолжить? А, там питон. Да, он первым делом, да, сервер нам спрашивает про так называемый фингерпринт, отпечатки пальцев, добавляет себе. Вот, делается это, знаете, для чего? Для того, чтобы ваш вы себе заносите отпечатки пальца этого сервера. То есть эти отпечатки пальцев, ну, это какая-то там большая строка, неважно, я даже не знаю, что это такое. В общем, это какой-то идентификатор уникальный. У каждого сервера он свой уникальный. И делается это для того, чтобы если кто-то вдруг захочет меня, как говорится, споймать на ханипот, или взять этот сервер на том же IP-адресе, поставить свой сервер. И я буду заходить, как бы на. Думать, что я на свой попадаю, а на самом деле я на чужой. На чужой, да, мне перепрофиление сделают, то вот эти фингерпринты мне сразу. Скажешь, что, оп, дружище, ты что-то тут не то, ты не на тот сервер заходишь. То есть можно сразу определить, что вас хочет поиметь. Так, ну что, пароль спросил у вас? Да. Пишите 123, нажимаете Enter. Вот, у вас должна появиться вот такая вот. Вот, ну, зашли мы на сервер, да, где мы находимся? В команда pwd. Раз, он мне говорит, что я нахожусь в папке home student. Вот, следующая команда, какие у меня здесь, что у меня внутри папки? Команда ls. Две, видите, две папки, tmp work.
Вот, создаю папку вам CD, MK, MKDIR. Так, ну как ее назовем? Make Directory. Так, ну создадим какую-нибудь Python. Курс. Правильно? Так пишется курс. Того не так. Так, все, создал папку. Теперь я опять ls, у меня вот папочка еще одна появилась. Так, теперь я прыгаю внутрь cd Python course. Вот, теперь, ну давайте пойдем так. Баланс пронумеруем. У каждого будет свой порт. Например, здесь будет кадир. Давайте начнем. 9, 9. Не, порт тут. А, тут 4 надо. Цифры? Да, желательно, чтобы 4, и так с 8, с 9, чтобы начиналось. То, что там те могут быть заняты. Давайте пойдем с первого. Значит, так, вам я на 991. Потом 2. Сколько у нас тут? 3. 4. 5. 6. 7. 7. Давайте я себе сделаю 8. Так, все, теперь каждый заходит в свою папку. CD 99 98. Заходим. Кому какая? Кому как? Ну. Нам все читали. Ладно, сейчас. Так, я нажму. Вот так. Запомнили? Зашли? Все, теперь погнали. Меня не дает. Не дает. Вот. Вот. После того, как я создаю теперь виртуальное окружение, создал его такой командой. Вот, я попытаюсь ее посмотреть, ls, но без аргументов, он мне считает эту папку скрытой и не показывает, поэтому мне пришлось добавить. Показывает вам, да? Может, он у меня черным его показал? Странно. Это загадка, конечно. Ну, ладно. Вот, то есть это... А, стоп, я просто сдвинул, да. Показывает он, все правильно, но сейчас... Он может и не показывать. Если папка начинается с точки, то она считается скрытой, и он может ее не показать. Поэтому вот этими ключиками мы эту команду ls, мы ее как бы поднастраиваем. Я говорю, что я хочу показать все, а еще если я l сюда добавлю, то я, видите, с l он мне показывает полный расклад. То есть, во-первых, он мне показывает, что из чего папка директория или файл. Например, если я сейчас создам тут какой-нибудь файл. Ctrl. А, я наном создал. Ну ладно. Сохраню его. Так, теперь еще раз. Раз. О, один txt. Видите, отличаются они тем, что директория начинается с D, а файл с прочерком. А, ну D просто отсутствует. Вот. Дальше что и тут, если разобраться, да, вот этот вот все эта штука, ерунда. Ну, все нас интересует вот эти вот, сколько их тут, вот так вот. Их должно быть 9, по 3. Три группы по 3 символа. Вот. Каждый из символов он обозначает read, write или execute. То есть права чтения, записи и для выполнения. Вот. Например, если взять вот этот файлик. Вот, он, видите, тут минус, тут есть read, write, права на чтение для записи. Вот, первая тройка, это для того, кто этот файл создал, для его владельца. Вот, вторая тройка, это для группы владельца. То есть я могу, у вас там много пользователей в одну группу засунуть, и у всех у вас будет права на эту файлик, которая с этой группы. Вот, и третья, это для всех остальных. Кто не участник, не группа. Вот, таким образом у меня txt, это у меня, его я могу читать и
чего, и записывать. Вот, создам тут какой-нибудь файлик на тест, test.py. Вот здесь напишу print hello, запишу его, выйду, запущу. Так, тут 3 надо, Python 3. Вот. Если же я захочу, но я его запускаю сейчас через интерпретатор. Я то есть говорю интерпретатору, подбрасываю этот файлик, и он работает. Если я его хочу запустить без интерпретатора, вот так вот. Python 3. Test.py. Вот, то у меня permission denied, потому что сам этот файл, он запускаться не может. То есть мне сюда надо добавить X. Вот, для того, чтобы его добавить, я делаю chmod, делаю плюс X и говорю, какому файлу его добавлять. Ой, chmod без I, извиняюсь. Вот, теперь если я посмотрю на lsall, я вижу, что он, во-первых, подсветился у меня зелененьким, и здесь появился X. Да еще и для группы X, да? Ну ладно. Теперь я, в принципе, могу его запустить. Вот. Но когда я его так запускаю, в этом, внутри этого файла, он не знает, каким интерпретатором пользоваться, поэтому по умолчанию он пытается его башем запустить. И ничего, у него ничего не получается, потому что там на питоне. Вот. Для того, чтобы этого избежать, вот, для того, чтобы это исправить, я открою еще этот раз файл и в начале самого этого файла вставлю вот такую вот строку, где укажу, что это у меня написано на питоне и что нужно использовать интерпретатор питон. Ну, еще может быть 3 поставить для верности. Вот. Так. Ну, эту, в принципе, строчку можно просто запомнить там, не обязательно. Копируйте постоянно, да и все. Так. Ну, теперь попробую его запустить. О, теперь у меня все работает. То есть таким образом я могу себе сократить строку запуска программы, я могу сами файлики запускать. Причем я могу, знаете как, я даже могу изменить название, не .py сделать, а, например, его как там скопировать. Могу cp скопировать, например, test.py скопировать просто в t. cp это команда copy. Вот. А, еще можно было rm такая, да, по-моему, rm. Remove или переименовать. А, не, rm это remove, да. Это оно его удалит. Rn. Rn вот так. А ну попробуем. Rn help. Не, rn нету такого. Ну ладно, бог с ним, погуглите, я не помню, честно говоря. Ну я скопировал его в T, я теперь могу просто T запускать, видите, вот так вот. То есть у меня теперь есть тест и есть просто T. То есть можно таким образом сокращать вам эти командочки и упрощать, как говорится, работу. Вот, теперь смотрите, виртуальное окружение создано, теперь его мы активируем. Так, venv bin activate. Вот, и устанавливаем install, pip install Pelican. И полетели. То есть вначале мы запустили активацию виртуального окружения. Вместо точки можно было написать и source. Чуть подлиннее. Так, после того как мы его активировали, у нас вот здесь вот добавляется в адресную строку, вернее в командную строку, название окружения. Так, поставили Pelican и поставим еще Markdown. Markdown. Дальше идет команда по нашему документации Пеликану. Там что было? Pelican Quick Start. Pelican Quick Start. По-моему, такая команда была, да. Вот. И начинаем отвечать на вопросы.
Так, теперь я воспользуюсь документацией, скопирую примерчик. Примерчик, и что? Посмотрю, что у меня теперь, какая ситуация в папке. Ага, вот, output появился и content появился. То есть я теперь могу создавать файлы в content. Буду я создавать редактором Nano. Это у нас самый популярный и простой редактор в терминале. Вот, и скажу, что я хочу создать файл в папке content, назвать его как-нибудь там index.md. Раз. Сразу попадаю внутрь этого терминала, сюда вставляю всю эту дичь и нажимаю Ctrl-O. Здесь вот там подсказки у нас. Ctrl-O — это когда я хочу что-то сохранять. И жмакаю Enter. Шлеп. Все, теперь я его сохранил. Выхожу. И что он мне говорит дальше? Generate your site. Pelican content. Вот такую вот команду запускаю. Оп. Все, он подобрал одну статейку и положил ее в папку, я так надеюсь, content, да? Давайте я посмотрю ее содержимое. Из ls я могу посмотреть содержимое любой папки, если я ее сюда втащу. А, ну да, content у меня index.md, там-то понятно, а output. Вот, здесь я вижу уже сгенерированный сайт. Я могу, в принципе, его запустить. Ну, давайте я для запуска создам какую-нибудь команду покороче, да, там S какой-нибудь. Я возьму Nano, сделаю файл S. Вот, а здесь я вот эту вот команду Pelican Content пропишу. Так, сохраню этот файл и выйду. Вот, теперь я добавлю этому файлу права для выполнения, chmod. chmod плюс x t, а не s. Вот. Дело в том, что вот этот вот, вот эти команды — это команды на баше. Вот это все баш. Поэтому я все эти команды могу просто взять и в файл запихнуть, делать ему права на выполнение и просто отсюда их вызывать. Так, что это за команда chmod плюс x? chmod, она добавляет или убирает, в зависимости от того, что вы здесь плюс или минус делаете. Добавляет туда права в файл. Один из этих прав — это вот этот x, который говорит execute, то есть права на выполнение. По умолчанию файлы этих прав не имеют, их надо явно указывать в целях безопасности. Так, ну все, вот эту s я сделал, это у меня получается Pelican Content. Это у меня сборка. Ну, совершенно логичнее было его build назвать. Ладно, я его тогда скоперну. cps на b. Вот так вот. Извиняюсь за такую тавтологию, но просто кратко, хорошо. Так, а теперь nano. Открою еще s. И здесь вместо Pelican Content создам команду для того, чтобы запустить этот Pelican, в общем-то. Сервер Pelican. Для этого мне надо сменить директорию, сделать cd output, а потом запустить Python, питонячий этот сервер. Python, чего там, m, http, сервер, и на каком-то порту. А ну, а порт я возьму вот этот, который папка у меня. Итак, 99998. Так, все, этот файл я сохраняю, выхожу и запускаю s. Так, ну все, теперь можно попробовать зайти, значит, и посмотреть на 192.168.9.240 и этот порт 998, да, но я, скорее всего, не увидел. А, ну да, я же по IP. Да, вот он, мой Pelican запустился, в общем-то. То есть для того, чтобы нам создать папку, файл вновь в папке, мы пишем nano content my. Открываем, потом вставляем или там пишем. А потом нажимаем Ctrl
плюс О. Вот так. Ctrl-O, потом Enter. Сохраняем. И выходим. Выходим. Выходим по Ctrl плюс C. Вот так. Оп. Дальше Pelican контент собираем. Вот. И питоном запускаем. Python 3. Потом M. HTTP сервер. HTTP сервер и порт. Указываю порт свой. Вот, но дело, ну, опять же, надо помнить, что вот эту вот Python 3 нужно запускать из папки к output. То есть надо сначала ее поменять, output, а потом из нее запустить. Потому что надо запускать из той папки, где у вас собранный сайт. Но для Пеликана, я так помню, что у них там была какая-то своя командочка. А, вот еще есть Pelican Listen. Попробуйте ее запустить. Вот ее, по-моему, можно запускать, не меняя директорию. А ну, я попробую. Pelican Listen. Чик. О. А он мне теперь говорит, не могу этот порт слушать, он, видимо, занят у меня. А как его указать? Так у вас же другой порт, видите? А ну, укажу другой. Там же называется 194, а у вас выходит на локал. Да вот, теперь в этот Pelican надо мне помощь. Что у него там есть. А, вот, P, порт. То есть мне надо listen, потом еще вот так вот listen, а тут сделать P и сделать порт. Так, так, о, вот так можно еще запускать. Ну, скажу вам по секрету, что вот этот Pelican Listen, он, в общем-то, под капотом и вот эту вот программу, по сути, вот это и запускает. Python 3. Ну, только покороче они чуть-чуть сделали, но... По сути, она тоже та же самая команда будет там у него внутрях. Так, извиняюсь, здесь у нас не C будет, а X, Ctrl-X. Выход из нано, из редактора. Так, следующий шаг. Ну, может быть, не всем удобно работать в терминале и вот так вот набирать там код, да. Ерунда какая-то. Если вам надо много чего там набирать, то желательно, в общем-то, ну, все... подключить как-то к этому делу наш Visual Studio Code. Я его сейчас запущу. Ну, новый экземпляр. Вот. Чистенький, да, этот welcome, до свидания. Вот, здесь у нас есть специальные плагины для того, чтобы... которые расширяют возможности нашего VC кода. И здесь напишем SSH. И ставим вот такой вот плагин Remote SSH. Remote SSH. После чего, после установки, у вас такая вот зелененькая штучка появится. Вы на нее шлепнете. И потом здесь нажмете на Remote SSH Connect to Host. Вот. А здесь нажмете потом Add New SSH Host. Вот. И пропишите, в общем-то, то же самое. Потом там он у вас спросит такие вещи, как... Сейчас откроем. Такие вещи, как хост сам. То есть вы там напишите тоже, что мы писали. Вот так вот SSH. Student. 192.168.9.240. И еще укажите порт. Там нестандартный порт. 3306. Вот. Пароль знаете. И после чего вы должны вот попасть, как бы, вот здесь вот у вас должно открыться, после соединения откроется, как бы, содержимое сервера. Ну, давайте я попробую так. Скопирую. Вот сюда add host вставляю. Жму Enter. Вот, потом он вас спросит, куда его добавлять. Ну, я его добавляю себе в домашнюю директорию, этот хост. Host Edit Connect. Он коннектится чего-то. Там спрашивает пароль. Я ввожу пароль.
что-то тут думает. Долговастенько как-то. О, вот здесь я вижу, что он уже подключился. Так. Открываю вот эту верхнюю, где у меня файлы. И здесь жму Open Folder. Вот. И здесь я уже сразу на сервер попадаю. И могу выбрать у нас чего тут. Vizom Course. А, Python Course у нас. Python Course. Вот здесь в любую папку захожу. Окей. О, и все, вижу уже здесь все эти файлы, которые у меня сейчас на хосте. То есть я уже буду работать не через терминал, здесь оно как-то поудобнее, да. Открываю, редактирую, не надо ничего. Так, ну вот, когда мы заходим, зашли на свою папку, на сервере, да, теперь мы можем, в общем-то, работать внутри нашего редактора. Только здесь подключимся к серверу. Вот, здесь сменим нашу папку. CD999 у меня она какая там 788. Вот. Теперь и отсюда можно уже запустить мой сервер. Оп. Ух ты, мне даже еще OpenNet браузер. А, у меня localhost. А что ты мне localhost? Мне нужно 192. 268 9 240, надо было еще 240, так. Вот, и теперь что я делаю? Ну вот этот вот у меня, я тут на сервере запустил мой сервер, так. Теперь я открою еще один терминальчик. Тут тоже зайду. Сейчас вот в этой. То есть во втором терминале еще раз зайду на этот сервер для того, чтобы его постоянно пересобирать. Python Course 998. Вот. И здесь у меня там, по-моему, был билд. Вот так вот раз. А, нет. А что, билд есть? А, Pelican команда не найдена, потому что нужно было мне активировать виртуальное окружение сначала. А давайте я сделаю хитро, я его открою и активирую внутри этого файла. Здесь я возьму и сделаю так. Venv bin activate. Сохраню. И еще раз этот би запущу. Оп. Во. Теперь у меня B будет отвечать за его перестройку постоянную. Но, по-моему, в Пеликане есть хитрая штука, как отслеживание. То есть, чтобы я постоянно не набирал вот этот вот Pelican Content. Так. Я поищу вариант отслеживания. То есть, если эти вот билды, процессы билда, они... Очень часто программисты его пользуются, поэтому у этих процессов есть такие вещи, как вочеры. И можно написать watch. А ну-ка, что он тут скажет мне? Make in static block. Может быть, кто-то делал этот вочер, нет? Так, ну это мы уже все сделали, Так, ну ладно, я пока этот вочер. Это надо. Итак, я посмотрел в документации по Пеликану, есть какая-то штука типа invoke какой-то, который мне помогает автоматизировать сборку при каждом обновлении файла, чтобы он мне их пересобирал. И вот какой-то invoke, у них что-то есть такое, мы попробуем. Pip install invoke. Тут и док. Только сначала мне надо активировать опять. Venv bin activate. И попробую я его сюда втащить. О, что-то залетело. Так. Теперь смотрю, как они. Invoke build. Такая вот команда.
или invoke regenerate. Ну, наверное, regenerate вроде как звучит логичней в моем случае. Can't find any collection name tasks. Так, ну я никогда его не использовал, поэтому... А, take a moment to open the task. Так, попробую я его установить, как они говорят. Через Python 3. Ладно, будет пока вручную тогда его генерировать. Так, у нас есть команда b, build, так. Вот, теперь я попробую здесь написать. Что-то меняю. Делаю опять build. Вот, и смотрю. Вот так, он у меня вот здесь, вот 998. Ну да, вот оно меняется. Вот, теперь я могу здесь, в принципе, брать и все это дело набивать. Сделать еще один файл. Ой. Там один. Два. Три. Привет всем. Один. Категория. Ну вот не знаю, они все у меня будут в одной категории. Посмотрим, как пеликан на это отреагирует. Два, три. Все, добавил еще три статьи. Опять билджу. И он что мне говорит? Ты. Какие-то ошибки. Critical file. To be overwritten. Ну, сразу смотрю, что здесь вот. There are 4 original not translated item with slug. My first review. То есть вот этот вот первый тайтл, он его преобразовывает в какой-то slug, то есть в уникальное значение. Поэтому они должны быть уникальными. Попробую я это дело исправить. Здесь 3. Здесь 2. То есть у вас тайтл в каждой статье должен быть уникальным. Ну, это правильно, потому что смысл статьи с одинаковым заголовком. Так, еще раз попробую. О, 4 разделал мне, да? Смотрю как. Вот они мои появились. Красавцы. И ревью здесь появилось. А ну теперь, если возьму в одном из них, ой, в одном из них поменяю категорию, например, Дима, скажу. Раз. Опять build your site. Сайт. О, появилась вот категория. Выбрана одна статья. Ну, в общем, работает, да? Так, ну и, наконец, нам осталось решить еще одну очень важную проблему. Дело в том, что мы сейчас можем, да, запускать свой сайт уже, но дело в том, что как только мы, если я сейчас возьму и закрою вот эту вот всю ерунду, Visual Studio Code, у меня закроется терминал, и сайт потухнет, и сервер приостановится на сервере. Такая вот неприятность. Не будете же вы постоянно компьютер включенным держать. Вот, поэтому вот этот вот сервер нужно запустить как бы в таком каком-то режиме постоянном. Вот, вариантов там может быть много, но мы рассмотрим такой самый простой. Ну, для вас он может показаться непростым, но все остальные сложнее. Вариант запуска вот этого сервера в скрине, так называемом скрине. Сейчас я его потушу. Вот, то есть... Раз я его потушил, то здесь я должен ничего не увидеть, правильно. Вот, очищу пока. Этот clear. Так. Вот, очищаю там для удобства. Дальше мне нужно этот скрин запустить. То есть, что такое скрин? Скрин это, получается, еще один экземпляр терминала, но который работает в фоне. Вот, и который не завершается, там процессы будут жить, даже если вы оттуда выйдете с сервера и все закроете у себя и выключите компьютер, он там на сервере останется жить. Для того, чтобы этот скрин поднять, мы пишем команду screen, потом флажок S, большая, и имя скрина. Ну, давайте его назовем по имени порта. Например, у меня это 9998, у вас свой.
Оп, нажимаю и попадаю туда же, но это уже другой терминал. Например, если здесь могу что-нибудь написать и потом выйти из этого скрина. Значит, выходим мы со скрина комбинацией Ctrl-A. Нажимаем Ctrl-A, отпускаем, а потом клавишу D. Оп. И вот он мне написал, что я detached from. Я отсоединился от скринов, от этого скрина. Вот. Как посмотреть список скринов? Для этого есть команда screen, опять же, и черточка ls, как лист, похоже, да? Uh-huh. Вот, и здесь я вижу все мои запущенные скрины. А, вот, я уже смотрю, что вы наклепали, да, уже? 996, 992. Вот, теперь для того, чтобы подключиться к скрину, я беру screen, обратно к нему, screen, r, и его либо имя, это его имя скрина, оно может быть символьным, а это ID процесса, то есть можно либо по ID процессу, если у вас много с одинаковыми именами скринов, вот, а можно по имени, ну 99998, оп, я попал обратно внутрь вот этого терминала, вот, и здесь я могу теперь спокойненько запустить мой сервер. Потом нажать Ctrl-A, D. И все, теперь я могу все закрывать, и у меня сайт, я думаю, будет работать.